Посмотрим. Юлия, пойдите на лицо. Я стоюсь, стесняюсь. Зайти, не зайти. Доброе утро. Доброе утро. Ну, тёлка. Приятного аппетита всем. Вот у нас сегодня творожочек. Что-то тут такое кисломолочное вкусненькое. Вареница. Итак, у нас сегодня работа в планах. Я уже переоделась, готова к работе. А что мы с собой берем для работы в планах? Обязательно перчатки, бинты, капа, вода. Обязательно защита груди. У меня уже такая потрепанная маленечко. Полотенце, чтобы вытираться. Шлем. Шлем. Вот гостиница, в которой мы живем. Вон там впереди зал. Да, слышно, как наши не маленькие же, они легковесы дерутся. Самые злые, самые агрессивные — это маленькие веса, запомните. Да. Большие? Добрее намного. Это стопроцентный факт. Началась вторая тренировка второй группы. Хорошо, мы идем в столовую, скоро будем кушать. Молодец, Лена. Вкусный суп, шарпа. Пару раз пробовала в Тюмени. Но здесь она намного вкуснее, потому что она настоящая узбекская здесь. Принесли нам второе. У нас тут трио. Гречка, проловка, макароны и курица. Выходим на вечернюю тренировку. Часть девочек побегут в 6 часов вечера. Гору к водопаду. Часть девочек в зал. Я могу сказать, мы сейчас побежим кросс. Сколько километров? Почти 9. Почти 9 километров. Это почти марафон. Все, пошли! На ужин на сегодня рис, голень, кетчуп, сливы, конфеты, фрукты и овощи. После вкусного ужина мы идем в магазин прогуляться за водой. Как выяснилось, здесь вода не очень подходит нам, россиянам. Поэтому мы пойдем купим водичку. Что-нибудь сладенькое. И что-нибудь сладенькое. Люблю сладости. Да, я думаю, все любят сладости, особенно девчонки. Вот местная вода нам не пошла, поэтому запасаемся 12 литров. Это Альбина? До конца сбора должно хватить на 4 дня. Игроки. Теннис. Супер-пупер матч. Примерно так у нас заканчивается вечер. Кто-то играет настольный теннис, кто-то сидит разговаривает, кто-то сидит в телефончиках. В целом, в общем, день был классный и плохой.